что касается политики господдержки в отношении обновления оборудования, я могу это прокомментировать. То есть есть четкое положение наше областное, что государственную поддержку получает приобретение только нового оборудования. То есть любое оборудование БУ не получает государственной поддержки. Поэтому все вот эти проекты, которые сейчас вот перечислены в ваших материалах, 4, да, завода, которые у нас строятся, они все без исключения ориентированы на новое оборудование. То есть из этих 4 проектов никто БУ оборудование ставить не планирует. Потому что, во-первых, это потеря возможности пользоваться господдержкой. Во-вторых, как я уже сказал, это нарушение одного из 4 базовых принципов. Если ты не ставишь современные технологии, ты не конкурентоспособен.